Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам об ангелах, снятых на камеру. Ангелы — это бесплотные существа. Вообще все ангелы называются иногда небесными силами и небесным воинством. Вождь небесного воинства — архистратик Михаил, принадлежащий к семи духам, предстоящим Богу. Эти семь ангелов — Михаил, Гавриил, Рафаил, Салафиил, Уриил, Иегудиил и Варахиил. Ангелы сотворены по образу и подобию Божию, как впоследствии сотворен человек. В Священном Писании, помимо всего прочего, словом «ангел» могут называться не только бестелесные духи, но и пророки. В Новом Завете имеется также много упоминаний об ангелах. Архангел Гавриил благовествует Захарии о грядущем рождении Эона Предтечи, благовествует Деве Марии о грядущем рождении от нее Спасителя мира, а также воскресение. Вознесение и большинство других событий священной истории происходят в присутствии ангелов. Слово «ангел» греческое означает «посланник». Это название получили ангелы от служения своего спасению рода человеческого, для чего они употребляются Богом и что исполняют с ревностью и любовью. Так послан был ангел Гавриил от Бога к Пресвятой Деве Марии, возвестить ей, что она избирается в Матерь Слова Божия, приемлющего человечества для искупления человечества. В другой раз ангел вывел из темницы апостола Петра, ввергнутого туда царем Иродом. Из числа ангелов Господь с момента нашего крещения представляет к каждому из нас еще особого ангела, который называется ангелом-хранителем. Этот ангел так любит нас, как никто на земле любить не может. Ангел-хранитель — друг наш, незримый тихий собеседник. Одного лишь каждому из нас он желает — спасение души. На первом видео люди засняли необычное явление. После случившегося они пошли в тот дом и рассказали об увиденном. Им сказали, что в тот день там умерла одна православная благочестивая женщина. Стало понятно, что за душой приходили демоны. Их видно на видео, но ангелы были рядом с женщиной и не отдали ее. На этом видео мы видим ангела, который появляется в кадре всего на одну секунду и снова улетает. К месту подбегают люди, предположительно это охранники, и осматривают место явления ангела. На этом видео видно, что кто-то спасает девушку от неминуемой гибели и сразу уходит. Все это происходит с невероятной скоростью. Ни сама девушка, ни водители, похоже, не понимают, что вообще произошло. Нет сомнения, что ангел-хранитель спас ее. А здесь мы видим, как один мужчина снял на камеру облако, которое очень напоминает ангела. Сам мужчина считает, что это знак свыше. На этом видео мы видим, как неизвестный невероятным образом спасает человека. Все это происходит так быстро, что водитель выходит для осмотра места происшествия и, судя по его реакции, не понимает, что вообще произошло. Похоже, что и сам спасенный тоже, мягко говоря, в шоке. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о святой воде, которой 1300 лет. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!